куда более полезные надеть. Кстати, здесь еще палец мороза, урон холод, крит шанс магия. Мне нужно больше ярости. Вот это я маны всрал. Еще один ходок. Это что за фигня? Ты умрешь сегодня вообще? Братан, у меня есть энергия. Взорвись. Ну и ересь. Ну и ересь. Был эпикс. Вообще просто фейл. Фейл лалун. Так, руки фигня. Но плечи на просто крит, крит дамаг. Крит урон плюс 20, сила 22. Ну, либо я 2 крит, крит урона, нет, не стоит, конечно. Перчи раковые, ботинки, крит урон магия, сапоги мага. Ее даже называют мага. Господи, вся игра хочет, чтобы я играл в этой игре магом. Блин, у меня 2 зеленухи осталось. Косы своим перизмом, да, и все бессмертие зрел. Совершенно верно. Совершенно верно. Здесь реально как бы... Ну, я получаю много, потому что я ленивый упырь. Да и кривожопый упырь еще при этом. При всем. Так. Здорово, мужики. Вылезаем. Один брат сюда. Я повинуюсь. А, мне не надо было это. Страха я возрожден. Понятно, я вас просто забыл. Как прикажешь. Ага, стойте, мужики! Стоп, 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 стоп! Вот теперь нормас, иди. Да. Какой уровень сложности стоит? Не знаю. Ну, наверное, средний какой-нибудь. Задача же в любом случае фанироваться. А может быть и сложный. Я не помню. Скорее всего, предпоследний. Тяжелый. Уровень сложности сложный какой-нибудь такой. Так, здесь пока... А, здесь можно позвать братца кролика. Так, братцев-кроликов позовем. Одного я поставим повинуюсь. Сюда. Другого поставим... Пока никуда. Выглядит так, будто здесь что-то сладкое. Другого поставим... Другой нажмет вот на эту кнопку. А, вы не можете на эту кнопку нажать? Не могу. Понятно, чё. Бывает. Как хочешь. Это невозможно. Вот тебе мост один поднял. А второй иди да. Туда. А теперь первого мы отпускаем. А, нет, здесь надо пройти будет. Что если я первого отпущу, то... Как прикажешь. Да что за фигня идёт? Да туда можешь добраться, да ты гонишь. Так. Ищем, что тут есть. Есть сиреневуля. Вернись пока туда. Как хочешь. Так, до сюда мы добраться, скажем так, смогли. Теперь мне надо...
Это я оттуда. Подожди, а если ты... Так, подожди, а ты как? Как же ты? Почему никто из вас не может сделать вот это тогда? Объясните. Если ты можешь до туда дойти, ты... Никто из вас этого сделать не может. А мост мне нужен. А к мосту я могу пройти? Никак. Подожди, вот здесь вот проход. По нему я... Никуда. Так, ладно, вот это прицепляло. Кажется, что-то должно делать. Что? Непонятно. Так. Неужели мне как-то здесь надо? Просто падаю вниз. А, подожди, чувак, я же на тебя присосаться могу. Что-то я наркоман какой-то. Тут же присосыч. Тут же очевидный присосыч. Книжку малышку забрали. Туда еще можно позвать, позвать чувака. Никто из вас сюда не может. Я могу пробраться дальше. Сюда из вас никто не может, да? Конечно. А, хотя нет, может быть и могут. Давай-ка попробуем. Рукой. Даль не может. Хорошо. Возле этого говнаря лазалка на стене. Чувак, блин, нифига ты заметил. Блин, хорошо. Попозже. Хотя нет, он мне там не нужен. Не-не-не-не-не, никак не прикажу, братан. Возвращайся сюда. Я ошибку рыбку совершил. Это, конечно же, была... Это, конечно же, была ошибка. В смысле? Я тебе приказал в другое место бежать? Васюнчес, ты чего? Ты же сказал, как прикажешь. Почему ты сказал, как прикажешь? А зачем мне вообще здесь выходить? Это лазалка, возвращазалка. Мне сюда не надо. Ахрен я сюда подполз. И теперь еще и ванчу Васюнчесу бежать. Да обосрамся. Так а ты-то чё? Я же дал тебе команду, и возвращайся. Зеленый ты бургомистр неприятный. О, боже. В смысле? Стоп! Стоп! Стоп, демоняра! Что вы все? Чё за произвол, мужики? Так. Куда-то пацаны дерутся с какой-то ересью. Как хочешь. Так, ты пошел сюда. Второй пошел сюда. Давайте. Где второй? Наконец-то. Молодец, блин. Спасибо. Спасибо. Господи. Так, хорошо. Здесь мы проход открыли.
Шикарно. Эти два пацана, не спальтесь, вы все равно сволочи красные. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Ну, мужики, поехали. Так. Ой, я забыл, у нас эта штука еще пока не готова, мы еще пока ее делать не можем, да? Опустили ниже. Как прикажешь. Только ты чё такой? Понятно, еще здесь война будет. О, тут, по-моему, богосик со звуком пошел. Надо будет сейчас. Скорее всего, сейчас надо будет. Недостаточно ярости. Второй жать. Все разобрали, молодцы. Так, теперь мы жамкаем. Как пожелаешь. По-моему, у тебя 5 баксов со звуком. Перезади лучше. Да, сейчас сделаю. Сейчас возьму вот этот ящик. Второй. Так, пропуск. Теперь третий. Чайник сгорел, хапа. Ха-ха, Джой Райден, ну ёпарсоте. Если у тебя без кнопок, без автовыключения чайничек, то ты уж будь сладкой бубуськой. Ну и последний открываем. Будь сладкой бубуськой и тай из будильник ставь. Так. Ключиньо. Спасибо. Спасибо. Так, эскейп, сохранить. Эскейп. Выйти из игры. Так, нет, сохранить. У меня точно все сохранено? Надеюсь, да, выйти из игры. Перезаход Darksiders, ребят, полный. Потому что... Выбрать спейсбар. Потому что бывает... Бывает такая хрень. Ну, в прошлый раз тоже такая была. Мы поиграли, 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 потом... Хренюшка случилась. Начать игру. Псикамерон Апокалипсис. А, лол, у нас сложность Апокалипсис, между прочим, это самая большая. Это было путешествие. Правильно? Апокалипсис. Арена обогрена кровью. Убит гигант, полностью оплачен долг. Но чтобы король помог всаднику, ему нужен свой суд мертвых. Так, продолжить. Так, здесь вкусняшку мы взяли. Мы взяли. Так, а теперь мы видим там два. Так, ребята, а эту штуку я как-то могу... Эту штуку уже могу как-то... Юзать, потому что мне... Так, чуваки, где... Где братузики? Так, братузики, вы можете, стоя у той штуки... Я повинуюсь. Как прикажешь. Стоя у той штуки, ты можешь... Как пожелаешь. И стоят, суки. Так. Не могу, там два сундучела. Господи Иисусе. Так, хорошо. Угу.
валим. Так. Ключ, ключ, Элло. Так, хорошо. О, Эхидна. Наконец-то. Я думал, где ты и когда ты. Так, один. Из страха я возрожден. Не-не-не-не, не так. Стой, сейчас уйдут. Опа! Ой, ты мои девочки-синхронистки. Я повинуюсь. А второй туда? Да. Побежали те. Так. Хорошо. Ну, с Вэхир было сложно. Надеюсь, с Эхидной будет полегче. Так, а куда мне надо-то? Тагадым, тагадым, тагадым. Цокает, как лошадка. И куда мне? Может, мне туда, типа, упасть? Так, давайте-ка осмотримся нормально, а то пока что... Пока что не очень понятно. Так, я вижу деревяху. После деревяхи можно... После деревяхи можно... Прыгнуть вниз, что ли? Кажется, можно прыгнуть просто дальше. На соседний столб. Соседний столб не работает, братан. Вот этот столб каменный... Не является ничем хорошим. У меня здесь никакого долета и ничего вообще нет. Может быть, вот так вот? Подожди, я могу поставить... Так, подожди, стой. А я могу туда поставить на эту кнопку мужичка? Давайте-ка попробуем, вижу ли я эту кнопку. Да, я ее вижу, но мужичка туда поставить не могу. Или могу? Могу, лол, все. Да. Все понятно, сейчас мы за него просто с хваткой хватимся. Добежал сладкий пирожок. Ну и все тут просто. Нет, подожди, стой, не все так просто. Надо как бы сейчас прыгать. Чувак! Ну ты йоу! Ты троллишь меня? Ты троллишь меня, машина! Эта игра просто издевается надо мной. Чуваки. Чуваки. Угу.
наконец-то. О, кстати, а это те самые сундуки или не они? А то они стоят так же синхронно сладко. Сейчас будем мереть. Сейчас будем уметь парить, как война, да? Да, не помешало бы. Так, хорошо. Теперь у меня есть. В принципе, я не знаю, что у меня есть. Мне надо внизу еще там на разведке побывать, а то что-то как-то до конца точно непонятно. Собственно, тут бессмертный лорд стоит. Сейчас попробуем с той стороны посмотреть, что у нас тут есть. Как прикажешь. Да, туда можно. Так, окей, мостик собрался. Ощущение, что здесь сюда можно. Здесь можно понырять. Нет, нельзя. Дыра хейтерская. Кстати, совсем забываю вот этой штукой пользоваться. Всегда приятно, всегда приятно. Так. Чуваки задиспылились и подливились. Но мы рады как никогда. Вызываем мужиков. Из праха я возрожден. О, мужики, хорош. Ой, хорошо. Совсем забываю. Лол, мужики, между прочим, ОП. О, опять ты. Мне кажется, что мы с тобой уже договаривались. А, нет, подожди, это оружие носорога. Костяной мужик. Подожди, а где мужики-то? Призвали. О! Кто ты? Кто ты, уволень трутин? Зеленая. Нормально. Грудинка голубенькая. Нет, не грудинка голубенькая. А, да, грудинка. Защита, крит, урон. Опыт плюс 6, находимое золото. Так, подожди, сейчас у меня. Опыт плюс 7, крит, урон 16. Тут крит, урон 18 и больше защита. Находимого золота нет. Технически, как бы, эта синька хуже, чем то, что есть у меня. Хорошо. Шикарно.
Так, опа. Мужики, вот если бы вы так умели, вам бы цены не было. Ой, сколько... Сколько всего произошло-то. Какие... Какое очень хорошее. Мужики, вы можете не бежать. Тут такое дело. Диспел тут тусит. Ты что, звук, по-моему? Угу. Мистический камень. Так вроде у вас из пистолета же, да? Подожди, стой. Подожди, я же могу просто так. Автоприцеливание. Кека. Лал, очень удобно. Эту год самый слабый. Так, ребята, у кого на ГГ еще спайки? Выглядит как что-то хорошее. Эхидна наконец-то. Сколько лет, сколько зим. Я надеялся, что найдется герой, который сможет противостоять порче, а ты зашел очень далеко, всадник. Жаль, что твой путь заканчивается здесь. Нет, не эхидна, а Василис. Ого, он действительно неплох. Тебе не выстоять против меня. Понятно. Это босс поехал. Так, здесь сразу рука. Можно еще убегать. Опять мужика вытащили? Еще тут скачет на своем ту, а на своей туши меня прыгает. Да иди сюда же. Ну и срань. Ты... О, обожаю, когда говнишко выбивают. Хватит! Я последую за тобой, всадник. Даже в землях костяного владыки. Даже навстречу правосудию.
Клыки ехидны. Клыки ехидны в течение веков высосали жизнь из бесчисленных существ, утоляя голод зверя. Теперь они стали оружием смерти, вытягивая здоровье из его врагов, ослабляя их и придавая силы жнецу. О боже, да ладно, это оно? Да ладно, это оно? Особенно жгучий яд. Так, подробности. Так, ну я не знаю, что это такое, давайте попробуем. Надеть. Может быть, получится. Так. Здорово, здорово, Готс. Так, все, третий с нами друг. Третий с нами друг. Мы с ним криминальный круг. Вот имба подъехала. Это реально имба? А это с вампириком когти? Это оно? Нет. Это оно? Нет. Так. Новый уровень, ваша сила повзрослела. Блин. Так, форма тьмы есть. Левел. Очки у меня и 2. Левел 17. Блин, мне еще столько качаться. Это очень классные когти, у них жуткий вампирик. Жуткий вампирик? Да ладно. Только что вроде не видел. Подожди, а мне нафиг это бежать на своих двоих-то? Мне же здесь уже все, я выполнил квест. Задание. Показ общей карты, показ задания, Василевс. Верните его под власть мертвого короля. А как мне это сделать? Приведите бессмертных лордов к мертвому королю. Да, тогда все. Показ общей карты. Вечный трон. Вечный трон, быстрое перемещение. Бледный всадник во плоти. Тренировка с кулак небес. При уклонении вперед. Кулак небес, да пусть будет. Хм, такого я не ожидал. Тренировка с серпом, тренировка с наручем. У меня сейчас рукавицы или что? Или это у меня как бы когти? Они как бы когти ехидные, костяная. Клыки ехидны. Это какое оружие? Урон быстрый, крит шанс, клыки. Это по идее фисты же, да? Рукавицы. Подробности, может быть, нет, статистика. Урон что-то не очень. Там денег на все хватит, так я не хочу все подряд покупать. Бледный всадник воплоти. Ладно, хрен с ним, я не знаю. Доводил расщепитель мусор. Тренировка с глиф ад. Давайте вот эти тренировки. Тренировка... Подожди, с серпом? Тренировка с серпом. Даже не видел еще серпа. Но это явно серпа, но это явно не коса. Тренировка с наручем, да. Неплохо. Отлет, да. Тренировка с рукавицами, да. Все остальное меня, в принципе, не трогает. Расщепитель доводил. Мусор. Поехали. Ты. Ты говорить. Все новинки с разных концов света. Так, талисманы. Талисман мореплавателя. Здоровье, сила необходимая. О, господи, ни хрена себе, тут сабатоны покорителя. Подожди, пожалуйста, откуда у меня такие сабатоны? Что на мне висит? На мне висят сабатоны убийцы 13 левела. А тут висят сабатоны покорителя. Подожди, а где сабатоны покорителя? Я что, наркоман смотрел в том, что у него есть, что ли?
Так, простите, я наркоман. Здоровье за убийство 70 уже неплохо. Так. Карающие косы. Можно мне какой-то вампиризм 12, 151 тысяча. Вампиризм 12 на косах. Вампиризм 12 на косах. Вероятность казни 24. Ой, какие сладкие косы. Всего 151. У продавца каждый твой левел обновляется товар. Ой, ёжик, они стоят 151. Это полная басрамс. Ты тратишь мое время. Получено очко умений. Что такое, Джокин? Мой повелитель, что нам нужно делать? Джокин. Страдать. Слишком долго ты бездействовал. Слишком долго пренебрегал своими обязанностями. Ты мне больше не нужен. О чем это ты? Я не люблю, когда со мной играют. Они подвели меня. Но ты заслужил мою благодарность. Я отправлю тебя к тому, кто знает путь к источнику душ. Ребята, а... Но сперва ты должен встретиться с демонами. Бери, не задумывайся. Я уже встречался с ними и многих убил. Не таких, как эти. В этом амулете заключена огромная сила. Но ладно, сейчас я куплю. Держит его на замке. Я ни о чем не жалею. Спасибо большое, Осумер. Я вижу сквозь твое бренное тело место, где идет настоящая битва. Не кажется ли он меня... Костяной владыка рассмотрел душу смерти, раскрыл дремлющий потенциал. Теперь смерть может разделить свой дух на две половины, способный двигаться отдельно под управлением его материального тела, которое превращается в камень и практически неуязвимо. Город мертвых. Всадник! Что ты узнал у костяного владыки? Мне кажется, твой король сперва заботится о себе и лишь потом о своих обещаниях. Мертвый король разрешил тебе посетить город мертвых. Кого мне искать в городе мертвых? Ты должен больше беспокоиться о том, кто ищет тебя. Отвечай на мой вопрос, пугало. Будет скучно просто сказать тебе. Тогда замолчи. На твоем месте я бы следил за своей шеей. Что я найду в городе мертвых? Кроме очередной кучи трупов. Нечто более ценное, чем кости и сухожилия. Души, всадник. Из всех миров умирающего солнца. В городе они проходят очищение от прошлой жизни, чтобы впоследствии пройти через источник и возродиться. Многие души не переживают очищение. Некоторые сходят с ума, а кое-кто даже умудряется избавиться от оков. Так, ты мне зубы не заговаривай, пустите меня обратно, подождите. У меня забрали трех братьев-акробатов. Так, во-первых, верните меня обратно. Верните меня обратно в Вечный Трон. Вечный Трон, я, кажется... О, ребят, ты не представляешь, какая большая удача. Я не могу туда вернуться. Я не могу туда вернуться. Во время действия нажмите Е, чтобы переключиться между сущностями смерти. Они еще и дерутся так?
могу еще двигать себя. Этот король какой-то очковтиратель надо. Вот ты, Василий, однако. Все, да? Просрал. И что мне здесь делать? А они могут бить один из духов? Далеко от души не убегай. Так. Замена лордам. Ну, надеюсь, этого хватит. Так, блин, на самом деле меня это раздражает. Я хочу обратно вернуться к этому чуваку. Быстрое перемещение сейчас не доступно. Ладно, как только станет доступно, буду перемещаться. Так, проверяем, чтобы здесь было все хорошо. О, книжка. Страница книги мертвых, это очень здорово. Вторая глава заполняется. Так, я ни по какому заданию не пойду сейчас, отвали от меня. Так. Так. Покажите, кстати, как мне, какой у меня вампирик. Вот он ударил на 130. Нет, он не ударил. Ого, как тебе вампирик. Просто безумный. Так. Так, сейчас, секунду, у меня тут матушка еще что-то хотела. Да, матушка, что-то хотела. Окей, хорошо. Ну, не буду пока. Я не давал еще пока. Так, давай. Так, трон вечный. Быстрое перемещение. Блин, а это... Блин, а я сейчас, короче, получу левел, а потом не смогу взять когти своим перейдем. Все засралось. Так. Ну да, нам туда. Вам подкрита. Вам подкрита, это хорошо. Так, мне надо. Сюда меня ничто, никто не пускает. Здесь есть что-то интересное. Так, тянуть. Тянуть. А, понятно. А так я тянуть могу? Нет, не могу. Хорошо. Раздуплируемся. Так, а как мне собраться? Так, город мертвых, следуйте город мертвых. Хорошо. Теперь-то меня пустят. Теперь-то ты мне дашь fast travel, собака. Я хочу вернуться туда. Понятно. Ну и ладно, у меня эта штука с вампириком. Нафиг мне не упал. Эти косы и не нужны. Эти косы и не нужны. Все, я бизнес спокойно. Справлюсь. Что здесь что-то бегает безумное, что пытается меня сожрать.
Нормально, кстати, критует когти. Само собой, какие-нибудь стопового суперлевела боссы. Бейте меня, что ничего. Да, честно. Урона не весь как много, но... КП действительно до хрена. Хорошо. Там страница была. Где? О, посипки. Если критуются, билки тоже хилят. Здесь надо еще потом будет как-нибудь этим, этой статуей пользоваться, она же каменная. Так, подождите. Стоп. Надо как-то... Как бы не так. Так. Короче. А, эту штуку, на этой штуке можно так, все, я понял. Значит, здесь разделяемся. Ты идешь сюда. Как раз таки вспомнишь солнце, вот и лучик. Вот как раз таки получается, что статуя держит эту штуку. Да, Ровченко. Шорох. Угу. Изимас. Так. Изи масса HP. Так, что у нас здесь? Тентакули какие-то. Так, лампадное масло. И чего? Так, ящи побили. Короче, нам походу туда. Чё, подождите, здесь еще есть вкуснота. Угу. Так, что у нас тут? Сойдет. Добежали.
Так. Кажется, здесь уже пора разделяться, скоро будет. Так, хорошо. Это хрен пойми чё. Ну давайте подергаем. Так, поехали разделях говорить. Сиреневый у меня встрял. Давайте тогда не тут, а то что-то как-то страшно даже. Давай вот тут вот. Хорошо. Кто у нас будет Лёлик, а кто у нас будет Болик? Я считаю, что Лёлик зелененький, а Болик сиреневенький. Да ты что? И подожди. Так, Лёлик. Тебе надо нажать две кнопки, да? А, нифига, как весело. Так, подожди, а что ты здесь можешь сделать? Слишком далеко. Так, что вот это за срань? Подожди, может быть что-то... Так, давай-ка вот так вот. Как обычно. Да не так же ж ты, демоняра. Подожди, стой. Я могу как-то поставить... Упереть статую таким образом, чтобы она помешала рычагу вернуться в исходное положение. Опа, иди-ка сюда. Вот, вот что-то есть. Здесь хватало. Окей. Хватало. Хватало пойдет сюда. Открылась вот такая срань. Скорее всего, этой сранью можно подпереть все. Так, работай давай. Такелажник. Ты у нас зелененький, значит, ты Лёлик. Лёлик работает. Отлично, отлично встала. Не знаю, сработает так или нет, но попробуем. Если нет, то придется по-другому. Окей, усложняем задачу. Ты нажимаешь на кнопку? Вообще, судя по тому, что ты левитируешь, ты не нажимаешь на кнопку. Ты что, серьезно? Ты не можешь с этой сранью зайти внутрь? Окей. Усложняем задачу. Все, я понял, господи. Статую надо на эту штуку поставить. Собраться. Здесь расстроиться. Лёлик жмет штуку. Болик утягивает статую. Ура, алкоголик переправлен. Лёлика сюда, Болика сюда. Так, точнее, наоборот, Болика и Лёлика. И чего?
Ха-ха-ха, поторопился, лошара. Все не так и все не то. Разделитель духа. Лёлика. Точнее, алкоголика сюда. Болика сюда. Лёлик побежал. Ой, сундук открыл. Респект полутал. Но, кстати, заметьте, у него зеленые ручки. Ага. А что у тебя с этим вагоном нормально? Вот у тебя такой же, походу, дома. У тебя, похоже, такой же дома, как у всех остальных. Но зачем я бегу люликом сюда? Сейчас же все задиспелится. Хотя... Хотя все не так уж и диспелится. Все, я теперь живу люликом. Жизнь лёлика. Вот так вот душа, пол души. Зачем я бегу? Зачем я бегу? У меня сейчас... Зачем я бегу? У меня сейчас репортер на мое нормальное обличие. Зачем я бегу этим? Кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне. Видите, все плывет перед глазами. Какой олень. Олень Делонь. Кто-то отлупнул сундук, кроме... Это загребущий лёлик. Самый мороженый. О, ключи, ключи нет. Самый отмороженный из всех. Блин, а я могу по разделитель духа просто по какой-то... Так, болик. Беги. Лёлик. А, сык, и зачем здесь разделение было? Я могу по какой-то кнопке разделения духа назначить? Назначение клавиш. При ходьбе... Не, не при ходьбе, а... Вот, быстрый пинок, облик жнеца, близнецы, крест-накрест. Пила... Нет, нет, все это фигня. Вперед. Облик жнеца, призвать отчаяние. Круговое меню, призвать прах. Разделитель духа, вот на эту кнопку. О, на вот эту. А что за путник в пустоте? Не знаю, но разделитель духа работает идеально на кнопку. Шикарно, хоть перерубать не придется, а то утомило, ей-богу. Так, и чё я здесь пришел? А, я открыл синюху. Ребята мне еще подсказывают, типа, статую туда-то, это туда-то. Пацаны, ну вы троллите меня. Это же загадочки. Ну я, конечно, понимаю, что я в Витнесе тупил. Ребят, ну это загадочки. Ну, совсем. Совсем не такие. Джашукин, ты по лапке своей ко мне не тяни. Я знаю, что ты сегодня себя плохо вел. А именно болел. А кто болел, тому никаких сладостей не положено. То, что у него... Что? Кто маленькая глупая собака? Глупопёс. Кто глупопёс? Кто глупопёс? Иди сюда. Вот все, бегай. Нажимай кнопки всякие разные интересные. Так. Карабкалка. Смотрите, какой карабкалка. Ну, тут я уверен в том, что... Я отпущу, и мозг будет возвращаться, да? Уже можно звать брата-акробата. Но сначала... Так, сначала... Статую куда-нибудь сюда поставим. Поехали. Так, Болик. Болик, во-первых, нашел артецкий.
What? Ты чё, драный пес, упал что ли? Ядрите тебя похейчиваю. Подожди, стой, как это вообще произошло? Ты просто упал вниз и все обосралось? Очень, очень молодец. Так, Болик пытается повторить свой трюк с непаданием в яму. Также Болик натягивает рычаг и держит его. Лёлик, в свою очередь, занят респектом и уважухой. К сожалению, Лёлику здесь не светит. Подожди, а почему раздиспел-то произошел? Почему, когда я падаю, происходит раздиспел? Так, хорошо. Хорошо, давай тогда здесь. Лёлик, в свою очередь, завершает невероятные гонки за адреналином. И накручивает. Это что? Болик. Будучи просто умопомрачительно результативным пирожком. Короче, падать нельзя. Не плавься. Не плавься, остановись, подумай. Так, там что? Там какой-то рак. Так. Но, слушай, тут такое дело, что и что? Ну, взял я только монетку. Предположим, что я взял монетку. О, подожди, стой. Ой, плавит-то как. Ой, плавит-то как. Ой, хорошо. Почти заплавило бедного. Так. Анаболика. Серпы нашел. Эпические. Ой, хорош. Так как же сладко. Как же сладко быть Боликом. Его хоть и мажет, но он находит нормальные темы. Так. И чего? И чего? Ну, я здесь полутал. Дальше-то что? Дальше мне надо дальше. Но здесь такой хрени не будет. А если я разделюсь прямо здесь? И что мне это даст? И что мне это даст, дорогие друзья? Предположительно, я разделюсь вот здесь вот. Джошку идутся ко мне на клавиатурку. Так. Так, теперь Болик занимается делами. Вот были бы сейчас уберете. Так, ты тусишь здесь. Ты, в принципе, мне без разницы, где ты. Я бы просто даже... Теперь меня интересует что-то вроде вот такой вот срани. Только это мне ничего не дало совершенно. Мне надо разделиться здесь. Надо разделиться здесь, вот тут где-то, да? Я же правильно понимаю происходящее. И в добрый путь. Уже плавит? Это еще не плавит. Надеюсь, хотя бы там. А то сейчас как окажется, что я наркоман. Так. Да чтоб тебе! Так.
Так, статуя должна стоять здесь. Давай, статуя на краю, давай. Надо сейчас это сделать. Не получается пока, пацаны. Сейчас все будет. Сейчас все сделаем. Игра меня похейчивает. Но это норма. Я ее похейчиваю тоже. У нас взаимоненависть. Кстати, а там наверх можно куда-то залезть? Я даже ничего не делал. Что с тобой не так-то? Ой, ты падла-то какая, а? Подвинула статую. Прекрати. Так, Джошукин, все, давай, ты бегаешь тут по клавиатуре и по мышке, иди отсюда. Вторая копия упала. И чего? Все зафейлилось, типа, автоматически? Чё это оно все зафейлилось-то? Подожди, а в другую сторону можно? Ай, господи, какой я невнимательный индюк, твою мать. Так, ты встань, пожалуйста, за спину, за статую. Не то. Пацаны, я давно капитан стал лысеть, братан. Ты чего, всю жизнь лысею? Так, давай, братан. Тут должно получиться. Так, я отжимаю эту срань. И успеваю кульбитницу. Ура, мой чувак дошел. Хорошо. Так. Так, ага. Мы нажали кнопку, и тут включилась штука. Очень уважаемо. Так, о, наконец-то мы, кстати, еще и перемещаемся нормально по этой штуке. То из-за того, что мы перезашли, очень приятно. Очень приятно. Так, здесь у нас был сундучелло, мы его открыли. Нам, в принципе, пофигу. Так, здесь... А как нам обратно добраться? Мы с крыши... Какой-то можем спилотировать на дверь. Так, нет, нет. Здесь блок. Здесь блок. Здесь провал. Чё-то не очень, чтобы очень. И что мне здесь делать? Мой один братишка может по что-то сделать с другим моим братишкой? Может, мне надо просто сдохнуть? Это слишком тупо. Это слишком тупо. Это слишком тупо. Как обратно?
Так, реально проверяем простецкий вариант. Охренеть. Тебе нужно было физическую форму вывести. Угу. Ладно, там все сладкое взяли, здесь все взяли. А что вот это за... А что вот это за... значок? Так, здесь мы... Прожали решетку. Где именно прожарили, я не помню. Так, это мы возвращаемся назад, там сюда не надо. Чтобы я помнил, где эта решетка была. Нам решетка, которая давала лампу. Ламп, вот она, вот эта решетка открылась. Так, лампу всовываем. Кому лампу-то всовываем? Там у нас что? Ничего. Фигу. Кому всовываем лампу? Где ламповсовывательная штука? Она должна светить оттуда туда. Подожди, поехали, чё? В какую-то из рук вряд ли. Попробуем здесь посмотреть, может быть, снаружи сидит кто-нибудь, кто может рукой. Нет, никто. Подожди, а здесь? То есть, может быть, кто-то в паре комнат назад сидит, ему надо в руку всунуть фонарь? Нет, такой фигни не будет. Это вообще уже выход. Может быть, здесь надо три двери открыть? Нет, это выход полный. Так не работает. Валим отсюда. Летает змеюка, орёт жестко. Не то. Даже не вижу, куда. Может быть, отсюда вылезет это чудо с лампой. Реально, может быть, оттуда, откуда мне знать. Так, ладно. Первым делом надо все прочекать. Тут мы были. Тут вообще упасть можно. И здесь, кстати, камушек какой-то орет. Это справа. Нет, там мы не были. Мы здесь не падали. Эту штуку-то мы, конечно, нажимали. Я не знаю, на что влияет, поэтому задвину обратно. Блин, ты будешь работать. What the fuck is this? Так, ладно, я к ней вернусь потом. Она не работает сейчас. Так, здесь мы забрали лампу. Здесь шипы, сверху ни хрена. Дверь, чтобы эту открыть, надо посветить. Да? Да, посветить лучом. Луч должен из центра комнаты примерно идти. Скорее всего, вот эта хрень потом поднимет статую. Статуя пока не поднята никак. Здесь мы не нашли ничего. Подожди, стой. Может быть, мне туда надо отнести фонарь? Туда, в смысле, сюда. Здесь, может быть, есть статуя, которая с лампой. Нет, здесь ничего такого нет. Даже самоубийцы не дают. Негодяи. Дайте самоубийца плес. Так, смотрим, может быть, здесь что-то забыто.
О, сюда можно притараканить статую. Ой, она может даже посветить. Она может даже посветить хорошо. Это восхитительно. Тащим лампу сюда. Только я пошел в обратную сторону. Куда я пошел? Нафига я туда иду? Кто-нибудь мне скажет? Здесь прохода не будет. Возвращаемся. Возвращаемся, но куда лампу притараканить мы увидели. Так, здесь, кстати, звучит камень. Здесь какая-то непонятная хрень. Там вообще что-то очень элитное. Ага, это надо с крыши падать туда. Запомнили. Запомнили, что есть вариант лутнуть зеленые наручи с крыши, очень элитно. Зеленые наручи? Это же мусор. Может, они так только выглядят. Так. Держи. Так, ну эту в эту дверь светить нет смысла, она и так светится. Вот в эту дверь хочу посветить. Книжка. Слушайте, я сейчас пока до Ульгрима дойду, могу еще собрать вторую главу. Что очень сладко. Ты не сможешь туда лампу отнести. Чокота. Что, упорот? Что, опять? Пропустил прием медикаментов. Чокот. Бахни уже. Настроение улучшится. Невзгоды уйдут. Так, там сундучело. Там сундучело ЮПРСТ. Ни хрена себе. Подожди, а куда мне? И сундучело это мне куда? Сундучело это где? Там вот выше? Хапа справляется с загадками с раздвоением? Чё, в смысле, да какие там загадки-то? Ты на выхлопе, дорогой друг. После Witness'а это вообще ничто не загадки. Так. Во-первых, тут сундучело. В этой игре есть сюжет? Да, причем достаточно прикольный. Я не могу. Так, хорошо. Мы здесь пропрыгали. Сундучело взяли. Поехали в эту дверь. Сюда я тебя исполосую. Опа! В уголочке. Те сервы можно было взять. Ты факапил, который ты думал якобы с крыши. Да? Ну, я к ним еще вернусь. Я же стараюсь помнить о них. Так, ну я, конечно, не эксперт, но чувствуется мне, что... Раздвоение мы сделаем на углу.
Так, Лёля. Побежал. И держи. Боля. Ну это чудо. Так, Лёля, Боля. Ага. Хорошо. А, придется переиграть. Да, придется переиграть. Да, придется переиграть. Ты у нас отныне. А, не, даже не придется особо. Мне тут, скажем так, повезло. Так, а эта штука тоже опускается? Нет, только та. Так, Лёля. Лёля, беги. Лёля, беги, не зафакапь. О, ничего себе, Лёля. Вот это ты даешь. Братишке, помоги. Понятно. Понятно, 143. Окей. Да, я дебил. Я горжусь этим. Так, ну. У-у-у-у. Кажется, что одного Лёлика любят, вот все любят Лёлика больше. Лёлик же главный персонаж. Кто первый про. Кто первый. Оп-оп-оп-оп-оп. Не успел. Сык, вот я факапер. Вот это я факапер, Лили. Так, Лёлик опять первый. Так. Да быстрее! Ай ты, господи, что ж так медленно-то? Или тут не надо на скорость? Подождите, я тут... А тут надо на скорость? Просто выглядит так, будто бы... Не надо на скорость. Слышь? Слышь, тут вообще дверь. Ты дверь не можешь открывать? Типа, ну бас. Ладно. Поехали, чуваки. Слава богу, я не забрутфорсил этот проход. А то случился бы невероятный шиндец. О! Ну все, куминачу! Сойдет. Так, сундуков не пропущено? Вроде нет. Лёликом дели залезь, Боликом дерись. Основной вопрос. Зачем? Подожди, что-то это выглядит как-то странно. Так ощущение, что здесь либо падать с... Ага, там вниз можно. Хрена себе, я хочу вниз. Ага. И чего? И чего я упал с... Упал отсюда? Очень здорово. Очень восхитительно. Теперь я понимаю, что это fast travel. Вдруг там плюшки, так я туда вернусь еще 10 раз. Так, здесь мы уже были. Здесь мы уже были, здесь нам как раз таки нужны... Не могли пройти. А, нет, подожди, нет. Здесь были... Но здесь не были. Я подумал, что это там, где... Поворот, а это над.
Вот сейчас мы дойдем там, куда я хотел. Давным-давно, но из-за решетки не мог. Опа, хорошо. И эта решетка опустилась и сюда. Поехали здесь в дырдочку. Опаться. Дырдочка. Так, подожди, здесь можно вот так вот? Можно. О, вижу сладкого буболешка. О, вижу еще одного. Ух ты ж, боже мой, два сундука впереди и три сладких буболешка вокруг меня. Бабища. Больше ярости. Недостаточно ярости. Мне нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Это невозможно. Я не могу. Подожди, а как там, как у нас вообще щит пробивается и забивается? Макон незваного гостя. А, я же, кстати, уже незваного короля убивал, да? Который, как бы, по идее, технически должен быть. Даже чуть-чуть постарше. Так, а если я сделаю вот здесь в прыжке? Все, чувак, давай, пока. О, большие бабуськи пошли. Сразу втроем? Ой, какие вы няшные. Так бы тебя и поцеловал в пупочек. Учитель. Я уже с ним, кстати, разок дрался. За спину прыгаешь, и у него все хорошо. Удачно поатаковать. Ты атакуй, ты воюешь не в ту сторону, дорогой друг. Тебя там много еще ПП? Не видно пока. Но дела у него не очень. Я полагаю, у него все реально нехорошо. Больно, кстати. Но у меня динамика даже не негативная особо. Урона, конечно, катастрофически мало. Надо, короче, воевать косой. А когда КП кончаются... Ну, ребят, ну хватит. Вы что ж такие-то плохие? Первый пошел. Так. Ну давай уже. Хорошо. Это невозможно. Это невозможно? Я не могу поднять шмотку? Я не могу. О, господи.
О, боже. Так, когти разряда, крит урон 23. Клыки ехидны. Урон лед. А сколько у меня здесь улучшить? Еще один левел. Не-н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 е. Так, я что по итогу не могу выкинуть? Не-не-не, подожди, стой. Принять назад. Скип назад, значит, надо как-то повыкидывать всякую срань. Не пар... Секира Рузанова. Мне кажется, что она полный мусор, я ее просто скину. Просто выкину нахрен на пол. Это кистяная секира расщепления. У меня уже есть другой вампирик. У меня есть уже другой вампирик, я уже просто... Вил тебе продавать серый зеленый шмак. Бородана, у меня здесь полно серого разве? Это легендарная. Зеленый. Урон инферно. Ну, давайте 14 левел вот это, скажем так, бросим. 11 левел эпик глефу. Наверное, бросим. Скипетр незложного короля я даже еще пока юзать не могу, хотя он даже 13, но у него урон лед, конечно, безумный. Скипетром незложного короля можно его раздезенчантить. И от одержимую палец я тоже, в принципе, прошу. Хотя я при этом при всем залутал зелень. Ну, наверное, более хай-левельную зелень, поэтому все хорошо. И, кстати, синяя грудь. Так что все хорошо. Так, здоровье, опыт, защита. Здоровье 100. Господи, кому нужна такая здоровье? Кому нужны такие доспехи вообще? Скорми лучше, и все, делов-то. Улучшай когти ехидны в крит. А, подождите, я же могу когти ехидны улучшать. Стоп. Я такой нубас. Когти ехидны же у меня. Где они, когти ехидны? Потерял. Вот они. Клыки ехидны. Они же улучшаются. Нет, они не улучшаются. Фух, слава богу. Ты меня напугал, просто охренеть. А каким, например, я шмотком могу залут... Да нет, ничего. У тебя когти ехидны одержимые, ты их улучшать можешь. Не-не-не-не-не, ничего не одержимое. Вы что, обалдели? Вы представляете, какой же это ад был, если бы это была одержимая пушка? Она бы просто была победой. Legendary нельзя улучшать, ровно как и скармливать их. Одержимый коготь. Это не старый одержимый коготь, может быть его... Да нет, чушь Петровна. Надеюсь, что как можно быстрее найду себе этот поезд был синий. Энергия закрыт. Пояс. Пояса как таковой... А, нет, вот это доспехи. Доспехи мы уже видели новые. Это обмотки? Нет, не обмотки были. А что было синее, это упало. Но секиры-то я видел. Ладно, хрен с ним. Так. Так. Нажали кнопку. Все так горит. Время бесценно. Дейзи. Да,
беги, родной. Отлично, ты бежишь. На корабле уже был? Нет. Ой. Хотел скипнуть синематик. Слишком медленно. Это было слишком медленно. Да ладно, неужели так медленно? Неужели так медленно? Пу-пу-пу-пу-пум. Отпустила. Папар-папам. Прикиньте, в таких местах прятать всякие суперские сундучеллы, которые... Какой сладкий сундучелло. Кажется, что меня сейчас обманут на него. Нет, или не обман. Просто сладкая. Просто сладкая сладость. В соусе и сладости. Карта подземелья. Ничего, ну. Ничего более полезного, когда я почти все подземелье прошел. Даже. Приятного вечера. Обмороженное очко кипяченой лошади. Спасибо большое, обмороженное очко кипяченой лошади. Тебе тоже приятного вечера. ХП так-то. Нормально. Мне нрав. Эффективно. С вами мы дрались уже. Так, подожди, это мерзость какая-то. Его вроде как надо продамажить как-то, чтобы он яд не источал. Мерзость не очень. Так. А когда остается много врагов, вокруг очень здорово жать. Мне даже, я бы сказал, очень выгодно воевать на большом ярости. Потому что каждый из них взрывается. Если я зажимаю большую толпу чуваков в куче, то прям вот вообще класс. Хах. Хах, или час пима. Кстати, забыл совсем, на какую кнопку назначены клавиши. При ходьбе, удар, облик жнеца, прицеливание. Нацеливание переключить на F.
Надерживание удерживать. На F я, по-моему, могу... Да, вот на F я могу перманацеливание поставить, очень удобно, чтобы shift не жать. Так, ну, побежали. Что это с тобой, дружок? Какой-то странный. Так, стопэ. Я хочу вниз. Там сундучелло. Мне вообще ничего не интересует. А, да, они же казнятся. На Е. Очень стильно. Я не могу. Так, грудь. Смотрим на грудь. Смотрим на грудь, на грудь, на грудь, на грудь. Сопротивляемость, ярость, регенерация. О, регенерация ярости. Вот это уже совсем другое дело. Потому что регенерация ярости это... Да нет, чушь, Петровна. Если 70 регенерации ХП плохо регенят 2к здоровья, то 35 регенерации ярости плохо регенят 600 ярости. Ты, трешачок. Так, полезли наверх. Опять та же самая бурбуга случилась. Сойдет. Пролезли. Так, что у нас тут? Ага, большая хрень, которая как раз таки нужна наверху. Там внутри какая-то загогулина. Очень интересно. Залез и почему? Угу. И скорее всего, если я слезу отсюда, то ничего этого не будет. Ну, поехали. Так, Лёлик занимается сладкими приключениями, а именно идет за сундуком. Лёлик уже поплавливает. Это невозможно. Так, синий молот. Синий молот стоит того, чтобы я выкинул какую-нибудь ересь. Например, малолевельную. Блин, нифига у меня... О, жуткая глефа. Жуткую глефу я выкину. Отойду в сторону и выкину жуткую глефу. Так, бросить. Бросить. Жуткую глефу выкинули. Здесь зверскую глефу, в принципе, на 14 левела. Но она как бы эпическая, в этом-то и прелесть. Карающий наруч. Но эпическая, наверное, все-таки потяжелее, повеселее будет. И подобрали синюю. Теперь почему-то это дропнуло здесь. Для меня это загадка, но включаемся на анаболика. Оп-оп-оп.
скидывай мелкие леги, их на почту принесут. Скидывай мелкие леги, их на почту принесут. Фига, стильно. Так. Ну, если есть секретка, это здорово, но я ее не вижу. Хотя, подожди, там сундучелло какой-то. На этом левеле там сундучелло. Подожди, а как его взять? Он открывается вот так. Тут какая-то фигня. Сейчас, подождите. Тут какая-то фигня. Ощущение, что здесь где-то могут может быть сундучелло, но по карте он есть, только как его найти, не очень понятно. Могу я на козырек на тут спрыгнуть? Нет, не могу. Уступ подсвечен. Уступ подсвечен. Не, братан, там ничего, никакой отступ не подсвечен. Тебя подожди, стой. Борода случилась. Ладно. Я не вижу, куда здесь идти, поэтому заблю на это дело. Даже если там и есть сладкий подарочек, не для меня его роза цвела. Если бы это было что-то умопомрачительно важное, я бы обязательно об этом... Мне бы обязательно кто-то об этом сказал. За алтарем что-то видно было. Теперь еще и за алтарем что-то видно было. Там даже алтаря не видел. Так, ну, поехали, да. Так, здесь. Наипоганейшая погонь засветила нам отсюда. Очень сильная цепура. Так, ну мы добрались сюда. Дальше-то что? Пока мы можем только сюда. Поехали, чё? А сюда надо, чтобы покрутить эту хрень. Без нее я ничего не могу. Вижу там огненные штуки. Могу ли я как-то вами воспользоваться, уважаемые? Ощущение, что мне какой-то обход надо делать тотальный. Да, очень похоже на то, что мне придется делать обход. Там просто... Нет, подожди, стой. Давай-ка я, во-первых, разделюсь. Так будет чуть-чуть более надежно. Нет, никак не взять. Так.
повернуть не пробовал. Эта штука не поворачивается. Чтобы мне ее раздолбить, мне нужна как раз таки бомбочка, которая лежит там. А подо мной вообще что? А подо мной мелкие клопы. Кстати, смогу подняться здесь, если захочу. Так, здесь решетка. Я пока не знаю, как ее опустить. Скорее всего, эта задача решается с обратной стороны. В эту сторону мне надо подуть. С этой стороны я пришел. Думай, не хочу. Справа какая-то ересь. Нет, эта ересь не позволит мне добраться до туда. Мне надо обойти эту чушь, да? Давай-ка спустимся вниз, немножко поглядим, что там есть. Эта крутилка поднимает. Ядрить я, наркоман. Сори. Эта штука двигается. Я наркоман. Сыка, я больной. Сейчас бы я здесь затупил еще. О май факинг гад. Сейчас бы я здесь еще затупил. О боже, братан. Спасибо. Так. Что это, не знаю, но мы будем это убивать. Так, давай-ка тебя убивать. Это что за замедление какое-то непонятное? Вот тебя. Пробей уволень нежити. То есть, когда он заблокируется... Хорошо. Два скорбей увольня нежити. Хорошо. Хорош. Мне нужно больше ярости. Ну давай уже, умирай, поганец. Хорошо так. Хорошо так повоевано. Так, я могу отсюда бомбу эту вынести? Не знаю, но попытаюсь потом. Так. Хорошо. Сундучелло. Не ключ. Хорошо. Так. Здесь надо пропрыгать будет обратно, да? Да, надо будет пропрыгать обратно. Чтобы получить вкусненькие. Хорошо. 11-я монетка.
Так, бомбу эту я на всякий случай припирю. Посмотрю, через дверь-то я смогу ее пронести. По-моему, тут так все построено, что через дверь нельзя ее проносить. А, понятно, я ее даже бросить не могу. Так, хорошо. У нас есть синий ключ. Мне казалось, что эта штука светит на... А, подожди, синий ключ-то у меня есть. А, да, на него просто снизу, в эту дверь просто снизу поднимаемся. Хорошо. Если что, братья-акробаты могут выхватывать хваткой бомбу друга из рук. Из рук. Ой, нифига, это обузец. Страница книги мертвых. Хорошо. На пятерочку сломал вещей. Просто сладко. Недостаточно ярости. Что, сейчас меня маленькие жуки здесь сожрут? Очень уважаемый. Мне нужно больше ярости. Хорошо. Я не могу. Отлично. Отлично. Когда ты не можешь таскать зеленые баночки, это говорит о том, что в общем и целом все у нас шикарно. Мне кажется, я слышу по сей момент кнопку. Так, хорошо. Хорошо. Так, что там за штука внизу? Ага. Так, с чем-то она там есть внизу. Туда пока не забежим. Угу. Ага, это левитатор. Левитатор. Скорее всего, здесь раздубиться надо. Лёлик. Встань сюда. Сюда. Понятно. А теперь мы все это дело переделываем, потому что пока что у нас все очень плохо. Потому что статуя мне нужна здесь. Болик бежит сюда. Лёлик бежит сюда. Или я все правильно сделал изначально? Эта штука, скорее всего, нужна для статуи. Я открыл еще и эту дверь. Священный свиток судьи душ. S-U-U-V-S. S-U-U-V-S. Принять. Так, теперь здесь у меня есть эта хренюшка, которую надо вытащить в любом раскладе. Все, я понял, что делать надо. Да, так или не так? Кажется, я придумал рак. Ладно, хорошо. По идее так, но если нет, то и хрен-то с ним. Так, это у нас кто? Болик.
Чего вы автоматически повисли? Прекратите. Лёлик. Нет, Лёлик. Теперь мне нужен Болик. Болик пока что рано все это сделал. Так, теперь мне снова нужен Лёлик. Нет, это Болик. Вот Лёлик. Так, а, подожди. Без разницы уже. Просто забей. Дверь открыта. Хорошо. Там, кстати, сундучело внизу, который я до сих пор не взял. Подождите, а что за сундучело? Опять баг. Подождите, а почему сундучело мной до сих пор не взят? Мне кажется, что я... О, боже, я понял, где я обосрался. Мне надо с этой платформы было уходить. Ой, фак, вечно зеленый. Теперь я ничего не могу сделать. Теперь я не могу... Так, хорошо. Эту хрень помним. Ну, это такое себе удовольствие. Сейчас все исправим. Отлично. Так, теперь я могу поднимать наверх. Очень уважаемо. На один ниже. Я там правда... Я там правда... По-моему, еще одну комнату не пролутал. Сейчас постараюсь вниз. Да, я слышу, ребята, звуковой баг. Сейчас постараемся произойти. Да, я хочу наверх. Во-первых, я хочу наверх. Звук есть, звук багованный. Там, по-моему, еще одна комната была не открыта. Не исследована мной. Или я наркоман. Ну, если я наркоман, я в любом случае переделаю все. Пам-п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 ам. Пум-пу-пу-пум. Хоп. Так, хорошо. Так, сейчас. Итак. Эту комнату мы вскрывали. Сейчас, подожди, пожалуйста. А что у нас с картой-то? Что у нас с картой? Ты мне этаж-то мой покажи, пожалуйста. Вот. Вот тут вот у нас... Он почему-то считает, что я на третьем этаже. По правую руку вот здесь вот у нас закрыта дверь. Подожди, так она... Мы там в ней были. Дверь-то может быть и закрыта, но мы в ней были. Да, мы в нее уходили. Это дверь, которая была закрыта на ключ. Это дверь, из которой мы пришли только что. А это дверь, с которой мы пришли сюда. Хорошо, тогда все в порядке. Так, сейчас будем перезаходить. Сейчас будем перезаходить. Здесь у нас все открылось. Тут, кстати, мы помним, что у нас здесь были наручи. Сейчас попытаемся пойти их взять. Здесь сохраняемся. Сохраняемся, выходим из игры. Так, у нас... сколько времени-то сейчас? Выходим на рабочий стол. 20:26. Объявляю небольшой...
перерыв до 20-30. Перерыв до 20-35.